Друзья, всем большой привет. Меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта». Сегодня мы встретились с Константином Битеевым, участником многих вокальных конкурсов, шоу. Сегодня мы в Сочи. Он приехал из Питера, я из Казани. Сегодня будем для вас снимать уличные подходы к людям, исполнять абсолютно любую песню, которую они будут называть. Но если мы не сможем, мы будем давать им 100 рублей, как всегда по традиции на моем канале. Погнали! Девчонки, привет! Можно вас немножко отвлечь? Мы снимаем, короче, видео для Ютуба. Вы можете назвать песню, мы его споем. Если нет, мы вам 100 рублей. Да, у нас такая рубрика, типа, просто ничего сложного. От вас ничего не требуем. Просто назовите любимую песню. Ну, как хотите. Девчонки, можно вас немножко потревожить? Назовите любую песню, мы вам споем. Специально для Ютуба записываем интересный контент. Абсолютно любую. Денег не требуем, ничего просто. Можете просто спеть. Ну, назовите что? Нет, прямо спасибо, любимую песню, любимого артиста. Мы разговариваем, поэтому... Точно? Да, спасибо. Девчонки, привет. Можете назвать какую-нибудь песню, мы ее споем. Денег не требуем. Можете назвать любую песню, абсолютно любую, мы ее споем. Если мы не будем ее знать... Ты щечки пел. Да, если мы ее не будем знать, мы вам 100 рублей. Да, вы будете знать. Ты такой классный, господи. Ты слышала его песню? Спой, умоляю. Ну все? Давайте... Пожалуйста. Спой. Пожалуйста. Хорошо, давай. Ну и напоследок что-нибудь такое. Теперь вы нам 100 рублей. А вот это как работает? Да нет, не, все в порядке, я шучу. Называйте песню какую-нибудь еще. Песню. Популярную, любимую. Если тебе будет грустно. Давай. Давай. Какая тональность? Ля минор. Так высоко? Да, смотри. Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы языка. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Будет грустно, приходи туда, где провожали мы языка. Если тебе будет пусто, не забывай меня. Спасибо вам. Хорошего дня. Пока. Ребят, вы торопитесь? Снимем с вами кусочек видео для Ютуба. Вы называете любую песню, мы ее поем. Если не получается у нас, мы вам 100 рублей. Прикольно? На русском, на английском. Да, можете хоть что называть. Так, еще раз, что нужно делать? Любую песню назвать. Любые, ну, три там, навскидку. Или артиста любимого. Я даже не знаю, так. Давайте... Макан? Да. Давай. В наших планах титры под малиновые рассветы. Голливуд, я Голливуд. Наши души болят, послушай, как они поют. Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Голливуд, я Голливуд. И все мы тут свои, пока от нас чего-то ждут. Все. Спасибо большое. Хорошего дня. До свидания. Блин. Кстати, в честь нового сезона уличных выпусков я разыгрываю прямо сейчас 3 видеокурса в свою школу гитары и вокала. Если вы действительно хотите играть и петь, как мы с Константином, вы можете обучиться лично у меня по моим видеокурсам в домашних условиях. Они все находятся в описании под видео, но вы можете их получить бесплатно, на халяву. Для участия всего лишь нужно поставить лайк, написать любой комментарий и подписаться на канал. У себя в Инстаграме в воскресенье подведу итоги, и, возможно, победителем станешь ты. Погнали! Короче, мы снимаем для Ютуба видео. Вы называете какие-нибудь песни. Ну, 3 попытки у нас будет. Мы исполняем. Если у нас не получается, мы вам 100 рублей даем.
Все. Можете современные какие-нибудь русские. По идее, да, если ты хочешь заработать 100 рублей. А если хочешь послушать песню, да, то не надо топить. Давайте, может, что-то национальное, может. Давайте «Горький вкус». Вы знаете песню? Да, смотри. А горький вкус твоей любви меня убил. Теперь без сил от избия пустил яд, любовный яд. А я так рад, что все прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. А горький вкус твоей любви меня убил. Теперь без сил от избия пустил яд, любовный яд. А я так рад, что все прошло. И может быть, и не было, и ничего. Прощай, прощай, и никогда меня прошу, не вспоминай. Вы предполагали, что я не знаю ее? Нет, я знаю. Все, спасибо. Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо. Давайте, пока. Можно с вами тоже запишем видео? Называйте какую-нибудь песню? Можно? У нас три попытки, да, три любые песни называйте. Русские в основном, наверное. Можно английские. Водку найду. А? Споем? Водку найду. Водку найду? Водки найду? Да. Это русская песня? Smoking on the water. А, smoke on the water? Нет, наверное. Водки найду. Как-то так она поется. Вроде нет. Такую нет. Ну, мы, в смысле, не знаем еще. Водки найду. Ну, а что-нибудь машины времени найдешь? Машины времени? Да, если слова откроешь. Да? Так. Костер, когда ты договоришь. Костер, да? Легко, костер споем. Ты костер? Да, костер. Знаешь костер? Поддержишь, что ли? Ну иди. Всю отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый из нас по-своему хранит. Если беда, если холода. Припев. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Спасибо. Делали. Хорошего дня. Спасибо. Привет. Ну как уж не надо. У нас одноклассники подходят. Подождите. Не, вы называете любую песню. Да. Ваши одноклассники будут, знаете, завидовать вам, потому что вы встретили участника «Голос» на Первом канале. Вы называете любую песню, мы ее поем. Если мы ее не знаем, мы вам 100 рублей дадим. Даже так вот. Вот они у меня лежат в кармане. 100 рублей, это целый обед. Да. Пол обеда. Полки сели. В Казани, может быть. Нет, не знаете. Мое двойники? Да. На скидку три мы сказали. Три любые песни, три любых артиста. Да, хорошо. Мое двести и... Яникс Бенкрофт. Чего? Яникс? Да. Ну, ты уж точно Яникса не знаешь? Нет, я нет. А я не буду никогда его петь, потому что это стрёмно. И... Давай. Сода Лав. Яникс, ты слышал? Сода Лав? Да. Крем содова? Нет, просто содова. Hello Kitty? Нет. Ну хорошо. Кис-кис-киса, мы не знаем Китти. Вот. Вот-вот. Все. Спасибо. Давайте, хорошо. Блин, молодцы, конечно, вы. Разделали с нами два счета. Здорово, салют. Как делишки? Короче, мы снимаем видео, вы называете какие-нибудь три песни. Три. Да, навскидку. Если из этих трех мы ничего не споем, мы вам 100 рублей даем. Да, можете русские, современные, иностранные назвать. Современные не знаю. Ну тогда, что есть голос? Можно старые. Мияги какой-нибудь. Да, давай, какой хочешь. Там ревели горы. Там ревели горы? Да. Мама, там ревели горы, мама, там ревели горы, мама. Спасибо.
Загадывай тоже песню тогда, называй. Я понял тебя. Супер, сам. Давай сфоткаемся. Сначала песню назови какой. А, это. Предатель. Вдвоем споем. Предатель? Да. Чья песня? Снова одиноком. Я сижу на кухне. Я помню те прогулки в парке под луною. Когда клялась ты мне, что навсегда со мною. И днями напролет мне нервы мотала. Я так верил в тебя, а ты предавала. Давай, мадам, и правду рай. Я тоже теряться по разным барам. Зависать и по клубам шататься. И без речи со мной не будет утешить. И ты поменяла короля на пеши. Красава, да, просто. Фоткаемся. Давай. Нормально, можешь ставить такой кусочек. Давай. Согласен? Да, да. Здорово. Парень из Казани. Да. Здорово. Здорово. Мы тоже из Казани. А, да? Да. Отдыхать все, приехали? Все казанские здесь собрались. Нормально. Здорово. Привет. Снимайте. Рай. А? Канта снимайте. Да. Здорово. Для этого приехали. Сейчас с вами тоже, может, что-нибудь снимем. Если не против. Мы тоже для этого и приехали. Да? А какой контент снимать? А вы сейчас снимаете? Здорово. Мы крипторием занимаемся? Вот. Новый поворот, давай. А, девчонки, привет. Не против, мы вам споем песню. Мы для Ютуба записываем. У меня канал Миллионник. Вы называете любую песню. На русском или на английском, можно современные. И мы поем. Называйте что-нибудь. Любимых артистов в голове. Что угодно. Давай, Меладзе. Давай. Вместо слов про мою любовь я кричу от боли. Тропикана женщина, горяча и бешеная. А внутри соленая, словно кровь, текила любовь. А внутри соленая, словно кровь, любовь. Хорошо, еще что-нибудь такое. Более современное можете. Напоследок. А напоследок. Коржа? Да. Ну наконец-то! Сколько людей обошли? Давай, какую песню? Какую? Ну так, хорошо. Вот такая хорошая. Здесь горы же в Сочи, можно вот эту. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ней новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцо напомнит там о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колено, горы по колено, горы по колено, тем, кто держит шаг. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено, могут уж свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Нормально? Спасибо, давайте хорошего вечера. Давайте. Мы вам помешаем, если немножко с вами запишем видео. Привет. Вы называете любую песню, и все, мы поем. Любую? Денег. Любую? Ну, да. Постараемся, надеюсь, прям если да, совпадет. Три попытки. Налегать на русский. Налегайте на русский. Поздравляю. У нас три попытки. Я захотела Гвен Стефани. Гвен Стефани? Да. Поэтому я говорю, налегайте на русский. Гвен Стефани, а что ты? Я знаю Гвен Стефани. Но сходу не споем. Sweet Escape. О, давайте Моргенштерна. Гвен Стефани, Суцкий и Моргенштерн. Ну, только одну знаю наизусть, смотри. Эй, посмотри, два мульта на мне часы. Ты на шее, семь под жопой, мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри, два мульта на мне часы. Ты на шее, семь под жопой, мне чуть больше 20. Эй, цепь на мне, сыпала, сотка тысяч на быкала. Сотни су хотят ко мне, сотни су хотят ко мне. И как дела, как дела, это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блядь, вот так. А вы думали, мы не сможем эту песню? Ну, давайте, для специально для сториса называйте песню. Давай Гвен Стефани какую-нибудь. А какую, кроме Sweet? А ты что не назвала ничего? Я не знаю. Тоже Гвен Стефани? Давай, don't speak. А Гутин, вот, никакой там Гвен. Давай, Гутин, давай. На сиреневой луне.
На сиреневом луне? Да. Давай. Давай биточек. Вот не Гвен Стефани. Не забудешь обо мне на сиреневой луне. Может, только на мгновенье, оставляя для меня столько тоненькую нить, столько каплю сожаления. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Может, только на мгновенье. Мажор! Вот место Гвен. Да, понравилось. Круто. Вы местные? Да. Оставите свой номер. Мы здесь на 3 дня поснимать и просто погулять. Попеть. Ну да. Так. Часто ты поешь? Хороший вопрос. Пью я чаще, чем пою. Но здесь располагает атмосфера в Сочи. А вы откуда? Казань, Питер. Ну, Питер, я Казань. Давайте. А что-то надо, номер? Да, номер. 988-502. Ага. Да, друзья, мы сегодня начали снимать, вы знаете, днем, в час дня. И как видите, уже сколько, я не знаю, часов? 30. Уже 8, поздно, стемнело. Мы сейчас на улице Новогинская. Заканчиваем сегодняшний выпуск. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте любой комментарий. Кто вам понравился, какая реакция, какая песня. Канал Константина будет в описании под видео. Вторая часть у него будет на канале, поэтому переходите к нему. До скорых встреч. Пока. И спасибо, девчонки. Хорошего вечера.